Всем привет, играем в Фазмофобию Соло Кастом Санни Медус. Сегодня я попытаюсь пройти челлендж на коэффициенте 20. Первый раз пытаюсь его пройти, не знаю, получится или нет. Собственно, что у нас здесь изменилось относительно нашего прошлого контракта бронзового, который у нас был на 15. По факту ничего, кроме того, что у нас есть таблетки, не знаю, зачем я их взяла, они бесполезны, они не восстанавливают рассудок. И у нас нет улик, вообще никаких улик, минус 3 улики. Можно было бы обменять 3 улики на уменьшенную скорость и, по-моему, на отключение фонариков. Но это прям совсем как-то показалось мне жестким, поэтому, ну, вот, как-то так-то. Мэри Ганс у нас сегодня. Благовоние зажечь, свечу потушить, датчик движения поставить. Не знаю, насколько будут эти задания подходящие нам, но мы будем стараться. Напоминаю, что таблетки есть бессмысленно, они не восстанавливают ничего. То есть у нас будут постоянные охоты. Нам с вами нужно по косвенным уликам понять, что у нас за призрак? Если это возможно. Вполне вероятно, что... Так, ну здесь нычка свободна, это главное. Вполне вероятно, что... Не хочет даже атаку начинать. Нам попадется такой призрак, которого мы не сможем определить без улик. Такое, к сожалению, имеет место быть. Ну, в таком случае... Челлендж останется непройденным. Вот и все. Зайти помолиться, что ли, на какого-нибудь фантома? Ага, так началась. Я, кстати, его слышу. Где он? Вот он. Ой. Я, честно говоря, из-за того, что все было в темноте. Блин, она обе двери открыла. А, здесь завален проход. То есть она оттуда пришла. Я, честно говоря, не успела посмотреть, насколько он часто моргает. Так, а вот это уже было интересно. Он ко мне телепортировался? Свечку потушь. Обожаю Санни Медус. Подожди, так может он не телепортировался, может он живет на входе? Я услышала, что он откуда-то идет. Я слышала, как он открывает дверь, находясь вот там в правом крыле. Потом я повернулась, смотрю, она идет. Да. Я не уверена, кстати, что она снизу вышла. А вдруг она в первой комнате живет? А как бы мне это понять? По датчику движения? Просто если она за мной пришла, если она не здесь живет, то мы можем...
можем это все свести к миражу, например. Фантому. И Банши. Если же она живет здесь... то это немножко другой разговор, Калинкор. Ладно, я думаю, что мы по датчикам движения, наверное, сможем это понять, тут она или нет. Мне кажется, он тут. Она тут живет. Так, подожди. И что мне это дает, что она тут живет? Датчик движения сработал. Я выполнила все задания. Блин, если я сейчас просто, прикиньте, рандомом угадываю призрака, я просто тупо выполнила задание на двадцатке. Просто так, за щелчок. Короче, она не телепортировалась, она тут живет. Мне нужно сейчас пережить охоту и рассмотреть... как она моргает. По скорости, это не Морой и не, наверное, Райдзю, хотя там оборудки не было, не Диоген, соответственно, не Тае, не Ревенант. Не уверена, что Мюлинг, мне кажется, он был быстрый. Вряд ли Хантуха. Вот близнецы тут посложнее. Мираж. На миража можно, например, соль рассыпать. На баншуху можно послушать. Но будет ли у меня время этим заниматься? Потому что я уже одну благовошку сожгла. Две гастухи были. Физические. То есть они не могу вычеркнуть. Ну, короче, всех остальных я вычеркнуть пока не могу. Мне нужно сейчас забегать внутрь и, собственно, триггерить охоту. И каким-то образом прям вот найти смелость в себе посмотреть на то, как он моргает. Иначе ничего не выйдет. Она там ходит. Блин, страшно. Блин, страшно, что она сразу начнет атаку. Давайте, знаете, как еще сделаем? Можно же на духа сразу проверить. Давайте кинем благовоние. Мы сейчас все равно, ну, в любом случае, будем обкуривать. Засечем тогда. Исключим духа. Надеюсь, я выживу. С Богом. Дверь что была закрыта? А, она гостила, потому что... гостила. Может быть, мне вот сюда выйти? Здесь более или менее светло. Свечки-то горят. И сейчас, когда она сюда пойдет, мне тут будет посветлее. Успею ли я сбежать? Наверное, да. Призрак!
Нет ощущения, что охота очень быстро закончилась. Блин, жалко, что я точно не знаю, когда. Окей, сидим, засекаем. Можно убрать фантома. Они, наверное. Джина. Ты на мои слова реагируешь? Это гастуха. Вторая гастуха. Так. Может ли это, например, быть Райдзю? Я ему там кину фонарь, чтобы он, если что, ускорился. Как же мне понять-то? Мираж... На миража я могу проверить. Однозначно могу. Насколько мне известно, призрак мой не меняет комнату, то есть он все время будет здесь. Я думаю, что я сейчас просто тупо зайду туда. И потом, как только охота закончится... По-хорошему, надо его обкурить. И тогда можно соль рассыпать. Да. Мне, конечно, не повезло с тем, что мне выпал призрак, которого я не могу вот так вот определить. Я сидела, когда в засаде, он раскидывал почему-то все, потом начал гостить. Я подумала, что это дух психует, потому что не может охоту начать. Возможно, это Йокай. С другой стороны, Йокай так четко пришел на мой голос в часовне. Как будто бы сомнительно. Охоту.
Посмотрим насчет этого самого, насчет фонаря. Может ли это быть Райдзю? Но, по-моему, скорость у него обычная. Мало того, что обычная, она еще и не меняется. Обычный скучный призрак. Может ли это быть Они? Дело в том, что я не обратила внимания, насколько... Там охота, нет? Не знаю, насколько сейчас Они моргает вообще. У него же новая обилка. Он здесь. Может быть, это банши? Так, ну 1,5 минуты у меня есть. Просто такое ощущение, что он все-таки за мной ходит. Она вроде не могла комнату поменять, насколько мне известно. Ну хочешь, я тебе и тут насыплю. Ли просто. Вот в чем вопрос. Шаги есть. У меня не осталось благовошек, правильно? Чисто теоретически я могу сделать проверку на... Блин, на Рё. Просто если это какой-нибудь условный Обаке или, например, Гарё,
Или, например, Мара. Вряд ли это мимик. То я вообще не пойму. Ну, у меня вообще шансов нет. Я сейчас начала думать, что возможно, возможно, это Они. Потому что ее действительно видно очень много, когда она идет. То, что она пришла за мной в комнату, там стала сидеть. Но она же потом оттуда и охоту начала. Я не знаю, я бы поставила, что это Баншуха. Но она, типа, как говорят, что, типа, она приходит за игроком, потом идет обратно. Эта Баншуха обратно не пошла. Она оттуда же начала охотиться. Она там пришла, что-то погостила, потом что-то кинула, потом погостила, по-моему, второй раз. Короче, какая-то такая была штука. Блин, я не знаю. Если бы я видела Они нового и как он моргает, возможно, это бы мне помогло. С другой стороны, это бы мне не помогло, потому что если это Абаке, то вся моя стройная версия вообще как бы летит в никуда. Мне не повезло с призраком на этом забеге, к сожалению, хотя у меня есть и фото призрака, и было очень много возможностей его... Кстати, у меня же там увеличенный шанс на взаимодействие. У меня увеличенный шанс на гасты. Значит ли это, что это не Они? Но я не по гастам, я не по количеству гастов думала, что это Они. Я думала, что это Они, потому что его больше видно, что ли. Банши. Ладно, мне не обидно, если это не он. Фиг бы с ним. Я поставлю, что это Они, просто во славу моего любимого призрака. И будь что будет. Ну, если этот будет заход неудачный, я просто как бы развернусь и вернусь сюда повторно. У меня, кстати, вебка записывает, что у меня половина башки. Возможно, это значит о том, что я сегодня немножечко безголовая. Ладно. Они, да? Понятно. Если это будет Банши, ну, я, наверное, расстроюсь. А все остальное нет. Все остальное меня не расстроит вообще. Я не буду плакать, я не буду плакать, я буду сильная. Это было красиво. Я буду исходить из того, что это было красиво. Да, да, меня это вполне устраивает. Значит, мне показалось, что его больше видно просто из-за скорости. Он чаще шел, его чаще было видно. Я буду держать это в уме. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на Nightlurz в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.